Здравствуйте, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня мы с вами приготовим шпроты в домашних условиях. И готовить мы их будем в мультиварке. Потратив всего лишь пару минут вашего времени на просмотр этого видео, вы научитесь готовить шпроты, не уступающие по вкусу магазинным. И сможете в любое время побаловать себя вот таким вот бутербродиком. Смотрите видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А сейчас мы будем готовить. Для этого нам понадобится салака, горсть луковой шелухи, масло подсолнечное, чай столовая ложечка. Желательно чай брать просто черный, без всяких добавок. Соевый соус, уксус немножко. И специи. Специи у нас идет соль, сахар, лавровый листик, пару горошин душистого перца и где-то штучек 10 черного перца. И водичка. Для начала нам нужно приготовить заливку для наших шпрот. Для этого берем луковую шелуху. Высыпаем ее в кастрюльку. Заливаем водичкой. И ставим на огонь. Когда водичка закипит, варим шелуху где-то минут 5 и потом добавляем туда чай. И еще где-то минутки 2 прокипит, выключаем и даем остыть. После того, как заливка остынет, нужно ее процедить. Добавляем сюда все наши специи. И соевый соус. Все хорошенько размешиваем. Берем чашу мультиварки. Заливаем немножко на дно нашей заливки. И укладываем рыбку. Рыбку укладывать нужно в шахматном порядке. Хвостик к головке и ребра спинкой кверху. Рыбку уложили в два ряда. Теперь заливаем оставшимся маринадом. Если остался, мы главное покрыть рыбку. Если остался маринад, можно будет потом добавить. И заливаем масло растительное. Накрываем и ставим на режим тушения где-то на 2 часа. Когда останется полчаса до конца приготовления, мы вливаем 1 столовую ложку уксуса. После того, как время тушения на нашей мультиварке закончится, мы мультиварку выключаем и оставляем наши шпроты до полного остывания здесь же. Вот такая вот рыбка у нас получилась. Они остыли уже. Теперь можно их перелаживать. Дело в том, что пока они горячие, если вы их будете брать, они будут крошиться. А когда они остывают, они становятся более плотнее. Теперь мы можем переложить наши шпроты в контейнер и хранить их в холодильнике. Чтобы рыбка не пересыхала, добавим в контейнер немножко заливки. Вот такая замечательная рыбка у нас получилась. Ставим ее в холодильник и можем наслаждаться ее вкусом в любое время, когда нам захочется, а не только по праздникам. Покупая шпроты в банках, не всегда успеваешь даже их попробовать. А с таким количеством вы можете не спеша полностью насладиться ихним вкусом. Готовьте вместе со мной, радуйте своих близких, подписывайтесь на канал, ставьте лайки,
Всем приятного аппетита. Пока-пока.